я чувствую исключительно радость и чувство гордости, что мы успели в последнее выступление за этот исключительно большой форум завоевать серебряную медаль. Почему-то, я не знаю, у нас всегда все получается в последний момент, но самое главное, спасибо Богу, что получается. Да. Расскажите про номер, с которым Марина взяла награду. Ну, если хорошо помните, полтора месяца назад на чемпионате Европы в Минске она именно с этого упражнения под национальная азербайджанская музыка также в последний свой выход успела завоевать бронзовую медаль. Сейчас у нас она серебряная. Я думаю, что всем нравится. Азербайджанская музыка очень эмоциональная и зажигательная. А Марина обожает эту композицию и с удовольствием ее выполняет.